лучше они сейчас делают эти каскады, все одно лучше, чем если бы они их не делали. И если они их не делали бы сейчас, они бы их уж точно не смогли бы делать, когда им будет 19-20. Елена Родионова получила 59 баллов 10 сотых. Она обошла Алену Леонову в технической оценке на 6 баллов. И она сейчас занимает второе место. А на льду Софья Бирюкова. Софья Бирюкова. Да, первая разминка девушек нас, конечно, сильно радует. И еще, а еще впереди катание Полины Шелепень. Здорово. Поборолась она, конечно, за все свои прыжки, но выполнила все чисто. Ну, когда я говорю «поборолась», я имею в виду по сравнению с тем, как легко и воздушно они, предположим, получились у Родионовой. Здесь было видно, что так, не все так просто, но все было сделано, и сделано качественно, грамотно и со своим таким присущим стилем. Но вообще в короткой программе Софья Бирюкова всегда выступает хорошо. Я помню, она и лидировала на чемпионате России на каком только не помню, то ли на прошлом, то ли на позапрошлом, именно благодаря великолепной короткой программе. Произвольный все немножко сложнее, но так произвольно же завтра, а мы сидим и радуемся сегодня. Затем был Ридбергер, понятное дело, что обязательно аксель, и было сделано все очень красиво и по-взрослому, и дорожка шагов, в том числе музыка. Это, по-моему, из кинофильма «7 лет в Тибете», такая типично американского стиля музыка, очень востребованная фигуристами и постановщиками
там, за океаном, по-моему, Тимоти Гибл именно с этой программой, по-моему, с этой музыкой участвовал в играх в Salt Lake City, где он занял 3-е место вслед за Плющенко и Ягудиным. Вот, поэтому программа, ну и она была сделана именно в стиле этой музыки, так вот, хорошо, мягко, плавно, шикарно, со значением. Мамочка, это ее тренер Виктория Волчкова выглядит, как всегда, как модель. Вот, видите, и здесь, сейчас, вот так вот грамотно и мощно выполнены все элементы, четко отработаны.